Сибилла. Английский структурный метод изучения. Третья форма английского глагола звучит на русский так. Прочитанный, написанный, пойманный, потерянный. Эта часть речи называется причастие прошедшего времени. Например, broken – разбитый, поломанный. Примеры. The broken cup is on the floor. Разбитая чашка на полу. The broken vase is under the table. Разбитая ваза под столом. The broken plate is on the table. Разбитая тарелка на столе. The broken saucer isn't new. Разбитое блюдце не... Likey!